30-й тур чемпионата Беларуси таил в себе лишь одну интригу. Зато какую? Кто вылетит, а кто останется? Претендентов трое, мест высшей лиги на следующий сезон всего одно. Ситуация перед последним туром очень простая. В Бобруйске и Белшине, и Граниту нужна только победа. Впрочем, успех команд Павлова или Бахно имел бы смысл лишь в случае потери очков Нафтаном в Гродно. Если побеждает Нафтан, результат параллельного матча будет неважен. Новополощане спасутся. И приехали они в Гродно к своему бывшему тренеру Игорю Ковалевичу и его немотивированному Неману. От подозрений белорусской футбольной общественности уже никуда не деться. Поможет старым друзьям или нет? Коэффициенты букмекеров пугали, Нафтан считался безоговорочным фаворитом. Но Ковалевич уверял нашего коллегу Цвечковского, Неман играет на победу. Встретился с Игорем Ковалевичем буквально за минут 10 до старта нашей трансляции, сказал, что выигрывать собирается его команда, лукавить нечего, даже предложил поставить деньги на победу Немана и не прогадать. Посмотрим, по крайней мере, все эти домыслы, которые там в интернете витают, рулевой Немана отбросил начисто. В Бобруйске пасмурно и холодно. Фанаты готовят баннер, внимательно наблюдают за разминкой Павлов и Бахно. Оба тренера нервничают, у последнего на скамейке лишь три футболиста, включая Василючика, голкипера молодежной сборной, карьера которого, очевидно, свернула не туда. Белшина и Гранит начинают бодро. Штангу попадает Шрейтер, Секриер бьет мимо. Зато невероятно сильный и в то же время точный удар получился у Забелина. Гости вышли вперед. Я думаю, можно, если бы хороший вратарь играл там, ворот это выручил. Ну, на самом деле, очень хороший удар, он поймал с лета его так, со скока, и он полетел, такая траектория непонятная. Сначала защитник хотел его сыграть, говорит, он летит, как, не знаю, как тарелка летающая. Он увернулся и получилось так, очень здорово попал. Буквально через 10 минут Дмитрий Дмитриев назначает ворота Гранита пенальти. Нарушение не самое очевидное. К мячу подошел опытный Сквернюк, но отправил его в перекладину. На второй тайм левый полузащитник уже не вышел. Таких игрок, конечно, опытный, мою руку нельзя так, конечно, поступать. Конечно, не хочу его обменять ни в чем, но тут психология, наверное, чистая. Валерий Бахно эмоционально реагирует на решение главного арбитра, за что получает красную карточку. С судьей пообщались, поговорили. Он решил, что... Хотя, считаю, первые минут 25 судья как бы... Работал в одну сторону. Фронтмен Гранита вполне мог занять место в считанных метрах от скамейки, но вместо этого совершил приличный путь на угол стадиона, откуда и продолжил наблюдать за матчем. Такая суеверная ситуация в том году так получилось, что с Белшиной у нас была последняя игра. Я тоже на трибуне находился, был там за два или за три тура был удален. И примерно в этой точке находился, мы 1-0 выиграли. И решил как бы не менять. Пока в Бобруйске была жара, в Гродно ничего интересного не происходило. Нафтан пытался действовать чуть активнее, и первый шанс у них возник только спустя полчаса. Но Курганский спас. Забегая вперед, скажем, что следующий опасный момент в матче случился еще через 30 минут, а на перерыв ушли при нулях на табло. Этот счет устраивал новополощан. Граниту было необходимо поражение Нафтана. Второй тайм подарил игру на встречных курсах и без центра поля. На 60-й минуте Турлин ворвался в чужую штрафную и пробил оборону Гранита. Ничья в Бобруйске и ничья только без голов Гродно. Интрига в абсолюте. Примерно в эти же минуты в Гродно забили мяч. Отличились хозяева. Но радовались не больше секунды. Офсайд. Бомбель берется за голову, расстраивается, а Олег Сидоренков начинает нервничать. Ведь они следили за параллельным матчем. Один гол Белшины, и все может перевернуться. Когда Белшина сравняла счет, естественно, такое чувство, что если мы можем играть до последней минуты сзади на ноль, что нас, в принципе, устраивает. Но гол, вы же понимаете, может быть забит на 93-й, 95-й, на, то есть компенсированное время, и все может перевернуться с ног на голову. Конечно, понимали, что чуть-чуть градус поднялся в этой ситуации. Борис Панкратов геройствами вороток держал интригу до конца. Держал до роковой для Бобруйска 87-й минуты, когда Турлин вырвался один на один, заработал для соперника красную карточку, но все это не имело уже никакого смысла. Нафтан забил в Гродно, все кончено. Хочу передать Игорю Николаевичу привет. Молодец, настроил команду. Забил Нафтан после штрафного. Якимова такая дистанция ничуть не смутила, стандарты – это его конек. Курганский неудачно отбивает перед собой, и Борисов оказался первым на добивании. Мы знали силу, во-первых, один из самых сильных исполнителей Беларуси, Андрей Якимов. И вот такие, и, в принципе, вот предупреждали, что надо на добивание, там, в общем, хороший удар был, немножко не сработал Сергей Курганский, а так, в принципе. В
двух матчах счет больше не менялся. Нафтан спасается и остается. Белшина и Гранит вылетают. Фанаты были в хорошем настроении, особенно новополоцкие. Их команда, несмотря на традиционные финансовые проблемы, сохраняет прописку. И Олег Сидоренков благодарен своим парням за профессиональное отношение к делу. У нас там есть разбирательство федерации по нашему вопросу. То есть, что касается вот непосредственно спортивной, футбольной составляющей, что я к чему их и призывал. То есть, мы в этом направлении работали без всяких сбоев, без всяких капризов, скажем так. Спасибо. Я работал с настоящими мужиками, мне было приятно. Я думаю, никто не может упрекнуть нашу команду. Нежелание сегодня играть в футбол, особенно во втором тайме, если первый тайм немного не получился. Поэтому это футбол. Мы последнюю игру играли на победу. Для этого были моменты, к сожалению, мы их не реализовали. Поэтому мы пропустили обидный гол. Послематчевое пиро-шоу от бобруйских болельщиков, это и благодарность тем игрокам, которые старались спасти сезон, и эффектное прощание с кошмарным для Белшины годом. Поддержали, сказали, что и в первой лиге выходили из такого, что... В первой лиге будет такая же поддержка. Взяв нужную для тренеров паузу, мы попросили обоих об общении уже после пресс-конференции и получили согласие с обеих сторон. Павлов и Бахно разными словами и объемами говорили, кажется, об одном и том же. Ну, счет 1-1. Все от нас не зависело. А по игре считаю, что мы соперника превзошли сегодня во всех компонентах и в жажде борьбы, и в желании, и в моментах. Единственное, что не хватило мастерства в завершающей стадии. Начали осторожно первый тайм, потом немножко как вроде бы взяли под контроль. Вот, в перерыве тоже ребят попросил не бояться, попросил прийти больше играть через фланги, потому что у нас не получалось играть через середину поля, большая насыщенность у соперника была. Вот. Опять же, начало второго тайма мне понравилось, было как бы нормально, очень много фланговых передач, которых можно было забивать, но исполнительское мастерство, конечно, нас подводило в этих ситуациях.